хрена, я так незаметно стал твоим пленным, и я не первый. Мне бы не помнить этого, либо забыть мне. Медленно, бесследно, без лишних вопросов и ненужных ответов. Кучи по ветру, пускай улетает все колесом, пусть катится по миру, слышишь? Такого не было в планах, не полагал я, что будет именно так все. Мне бы забыться и не мотаться в твоих мыслях, слышишь? Нет, говорит разум, нет, говорит что-то еще, и только сердце молчит, ему явно нехорошо. Налей мне чашку чая, прости, я так скучаю по временам, еще не знал. Налей мне чашку чая, прости, я так скучаю по временам, когда я тебя совсем не знал. Не говори ни слова, не говори ничего, давай помолчим об этом, выгони мысли вон. Давай улыбайся мне, обними меня посильней. Мне не хватает этого и по сей день. Мы же пока не сами по себе, но разве нет? Сколько замков, сколько дверей, гора ключей, но каждый почему-то так бесполезен. И если честно, я за, чтобы быть вместе, но нет. Говорит разум, нет, говорит что-то еще, и только сердце кричит, ему явно нехорошо. Налей мне чашку чая, пойми, я так скучаю по тебе каждый день, я надеюсь, еще ничего не решено. Всем привет, с вами Руслан Утюг и канал Музыкант Вещает. И сейчас я покажу вам, как играть на гитаре песню «Краем волшебник. Чай». Но перед тем, как начать разбор, совсем чуть-чуть информации об исполнителе. «Краем волшебник» — это исполнитель из Казахстана, участник группы «Da Good Da Jazz». В 2013 году стал победителем хип-хоп-баттла «In Da Battle 4». Особенность этого исполнителя в том, что может отлично себя проявить в совершенно разных стилях. Ребят, вы только сравните две его песни. Вот эту. Так нельзя ведь. Звони, пиши, звони всегда, я никогда не занят в кармане. Твоя любимая сладкая мята. В твоем кино видно в ролике на ляпа. Все ясно, но ни хрена не понятно. Ты далеко и одновременно рядом. Зрители все обезумели, и стала пресса колючей. Все будет жарче, чем в аду, и даже несколько лучше. Ведь все хотят, чтобы я до смерти беса замучил. Пострадавший оппонент целует землю бесом и мучил. Это очень круто. В общем, кто не слушал, обязательно к ознакомлению. Итак, я разберу два варианта. Первый вариант – это будет тот, что играл я. И второй вариант – это упрощенный вариант без баре для новичков. Поэтому вне зависимости от того, как вы играете на гитаре, в любом случае вы сможете научиться играть эту песню. Ну что же, поехали! Классный микрофон я купил, да? Все для вас, ребят, все для вас. Также, ребят, вы не подумайте, что я какой-то странный человек, то, что сижу на ковре в кедах. Дело в том, что некоторые товарищи мне написали, что настоящие музыканты в носках не сидят, ребят. Поэтому я в кедах. Если что, они чистые. Юкаламана. Итак, разберем первый вариант песни. У нас в ней всего 5 аккордов. Первый аккорд – это С диез. Второй аккорд – А.
третий аккорд Е. Но вы не бойтесь, мы его как таково играть не будем, поэтому ничего трудного не будет. Четвертый аккорд Б. И пятый аккорд GDS. Итак, разберем вступление и куплет. Разберем вступление и куплет. Зажимаем аккорд CDS. Для этого зажимаем баре на четвертом ладу. Средним пальцем зажимаем пятый лад на второй струне. Да, и безымянным и мизинцем шестой лад на четвертой и третьей струне. Играем от второй струны до пятой. Затем поднимаем безымянный палец и дергаем еще раз. И возвращаем безымянный палец обратно. Сыграем все вместе. Еще раз. Затем ставим аккорд А и играем. Шестая и вторая струна. Затем шестая и одновременно четвертая, третья, вторая. А затем мы приподнимаем наше барре и дергаем одновременно шестую струну и открытую вторую. Сыграем все вместе. Еще раз. Затем мы ставим аккорд Е, но, ребят, мы не зажимаем три пальца, поэтому ничего страшного. Мы зажимаем вот так. И играем два раза пятую и вторую одновременно. Затем одновременно пятую и третью. Сыграем все вместе. Еще раз. После каждого звука, как видите, мы глушим струны. То есть... Затем мы убираем безымянный палец и зажимаем средним пальцем восьмой лад на третьей струне. И играем одновременно шестую, третью и вторую. Еще раз. То есть мы два раза дергаем шестую, третью и вторую. Затем мы убираем мизинец. Еще раз. Сыграем все вместе. Это было вступление. И многие думают, то, что так вся песня и играется. Но, ребята, Руслан Утюг – это необычный разборщик песен на гитаре. Руслан Утюг вам фуфло не посоветует. Дело в том, что если внимательно прислушаться, можно понять, что в этой песне идет чередование мажорного перебора и минорного. Что я имею в виду? Вот мы сыграли вступление, а в куплете мы уже играем немного по-другому. Зажимаем первый аккорд CDS и играем. Играем так же, как во вступлении. Единственное, что после аккордов в припеве мы будем добавлять вот такую заглушку. То есть большим пальцем мы бьем вот так вот. Итак. Затем зажимаем аккорд А, но играем немного по-другому. Играем мы вот так. Дергаем одновременно шестую, четвертую, третью и вторую струны. Затем приподнимаем барре и дергаем шестую и вторую струну, открытую. Затем снова играем с прижатым барре шестую, четвертую, третью и вторую струны. Сыграем все вместе.
После этого мы ставим третий аккорд, но играем его немного по-другому. Мы дергаем одновременно пятую и третью струну. Затем еще раз дергаем пятую и третью струну. И после этого дергаем пятую и вторую. Сыграем все вместе. Затем ставим четвертый аккорд, но играем его вот так. А затем зажимаем мизинцем. Сыграем все вместе. После этого мы играем так же, как играли во вступлении, но добавляем в конце аккордов также заглушку. Блин! Ну что за х... Итак, в куплете мы чередуем два этих варианта, то есть минорный и мажорный. Сыграем все вместе. Мы повторяем это в куплете два раза. А теперь разберем бридж, ну то есть вступление в припев. Итак, разберем бридж. Бридж в этой песне – это вот эта часть. «Налей мне чашку чая». Играем ее вот так. Зажимаем аккорд А и играем. Ну то есть разберем бой. Вниз. Вниз, потом вниз с акцентом. Затем вниз, вниз, вниз. И вниз, вверх, вниз, вверх. И ставим другой аккорд. Играем сначала аккорд А. Затем аккорд Б. После этого играем аккорд С диез. И снова аккорд Б. Повторяем мы это два раза. То есть в сумме должно звучать вот так. Затем мы ставим аккорд А и бьем один раз вниз. И затем перемещаем нашу позицию с пятого лада на четвертый лад, чтобы у нас получился аккорд G диез. И также бьем один раз. Еще раз. В сумме все должно звучать вот так. Итак, припев играется в песне так же, как и куплет, в нем изменений никаких нет. Ну что же, разберем упрощенный вариант без баре для новичков. Итак, разберем упрощенный вариант без баре для новичков. Скажу сразу, что, ребят, халявы не будет. Придется нам играть, во-первых, с каподастром. Если у вас нет каподастра, то не проблема. Посмотрите мое видео
как сделать каподастр своими руками. Итак, зажимаем каподастр на четвертом ладу. Затем ставим аккорд А и играем то же самое, что мы играли в обычной версии. То есть одновременно дергаем пятую струну, четвертую, третью и вторую. Затем приподнимаем указательный палец и снова дергаем пятую, четвертую, третью и вторую. И снова прижимаем указательный палец на первый лад второй струны. И снова дергаем от пятой до второй. Сыграем все вместе. После этого мы ставим аккорд F, но мы зажимаем его без барре, то есть это не совсем аккорд F, но звучит он примерно так же. Ставим мы его вот так, указательный палец на первый лад второй струны, средний палец на второй лад третьей струны и безымянный палец на третий лад четвертой струны. Играем пятую, четвертую и третью струну одновременно. Затем дергаем вторую. И после этого мы приподнимаем средний палец с третьей струны и дергаем открытую третью. В сумме должно получиться вот так. Еще раз. Итак, зажимаем указательным пальцем третий лад на пятой струне. Лады у нас теперь считаются от каподастра, то есть первый, второй, третий. Зажимаем указательным пальцем третий лад на пятой струне, а безымянным и мизинцем мы зажимаем пятый лад на третьей и второй струне. Играем одновременно пятую со второй, потом еще раз пятую со второй и пятую с третьей. Сыграем все вместе. Еще раз. Затем указательным пальцем мы зажимаем третий лад на второй струне, средним пальцем мы зажимаем четвертый лад на третьей струне, а безымянным пальцем мы зажимаем пятый лад на пятой струне. И играем одновременно пятая, третья, вторая. Затем еще раз пятая, третья, вторая. И мы после этого приподнимаем мизинец и дергаем снова пятая, третья, вторая. Еще раз. Итак, сыграем все вместе. В отличие от первого варианта песни, в упрощенном варианте мы ничего не меняем, то есть мы играем также и во вступлении, и в куплете, постоянно повторяя, и в припеве также играем все точно так же. Можете по желанию добавить заглушки, как в первом варианте, то есть вот так. Итак, разберем бридж, то есть вступление в припев. В упрощенном варианте мы играем почти точно так же, как и в первом варианте, но мы будем играть квинтами. Я считаю то, что квинты, ребят, это не барре, поэтому, если что, я вас не обманул. Дело в том, что квинты – это аккорды, состоящие из трех струн. Как правило, это шестая, пятая и четвертая. Или, например, пятая, четвертая и третья. Итак, зажимаем указательным пальцем первый лад на шестой струне, а безымянным и мизинцем мы зажимаем третий лад на пятой и четвертой струне. При этом мы делаем так, чтобы указательный палец у нас как бы глушил остальные струны. То есть мы не прижимаем барре, мы делаем вот так. То есть указательным пальцем мы зажимаем только шестую струну, а к остальным струнам мы как бы прикладываем палец, не зажимая, а просто прикладывая, чтобы у нас сыграло всего три струны. Итак, играем тот же самый бой, что и в первом варианте песни. Затем перемещаем позицию на третий лад, играем то же самое.
Затем зажимаем безымянный палец четвертую струну второй лад и мизинцем третью струну на втором ладу. При этом мы нашим указательным пальцем глушим шестую струну. То есть мы прижимаем к ней палец, но не зажимаем шестую струну, а прижимаем. И стараемся играть только по пятой, четвертой и третьей струне. И затем обратно перемещаем все на предыдущий аккорд. Итак, сыграем все вместе. Повторяем это два раза, а затем мы играем, как и в первом варианте песни. То есть мы зажимаем наш первый аккорд и делаем один удар вниз. А затем мы перемещаем безымянный палец и мизинец с третьего лада на второй лад. И опять же делаем один удар вниз, но только по шестой, пятой и четвертой струне. Еще раз. Итак, сыграем все вместе. Вот так. А на этом все. Если вам понравилось это видео или мои кеды, то поставьте лайк, а также, если вы хотите, чтобы я разобрал вашу песню, то в комментарии под этим видео напишите название вашей песни. Итак, обязательно подпишитесь на канал, для этого нажмите на кружок в конце видео или внизу на кнопку «Подписаться». Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, вступайте в группу. С вами был Руслан Утюг, канал «Музыкант вещает». Да пребудет с вами музыка, друзья!